Мама занялась спортом, по ступенькам начала бегать. Говорит, залежалась я тут, заотдыхалась, надо к спорту возвращаться. Динь-динь-динь-динь. У нас осталось и последний сегодня вторник, завтра среда, сегодня завтра последние деньки, находимся уже здесь, в этом прекраснейшем месте. Не знаю, честно, я бы жить осталась здесь, честно, осталось бы здесь жить, здесь так шикарно, здесь классно так. Хотя, если честно, появилось сейчас очень много народу, но все равно в принципе хорошо, так хоть мы были почти одни, мало было людей. Там что-то стоит делать. Детская площадь. Люди вон гуляют. Сегодня последние два денька. А вот и лес. Правда, он там заборчик чуть-чуть виден. Но лес тут шикарный. Жалко, что там забор. Я прям туда напрямую пошла бы. Вот так выглядит земля. Мягенькая такая. Шишечки хрустят. Прям такие хруст-хруст-хруст. Для СМР прям. Неплохо было бы. Жила бы здесь поближе, я бы набрала шишечек по ним ходить ножками. Босиком дома. Или подушку какую-нибудь шишечную сделать. Слушайте, идея. Подушку надо шишечную сделать. Надо мешочек набрать. Шишек разноформатных. Да? Вот всегда мне идеи приходят, когда включаю камеру. Так сама идешь по лесу. Ничего не видишь. Кора. Ну тут кора, конечно, не ободранная, она темная. А у которых ободранная, она красная. Такая бордовая. Бордовая, да. Хрустят, как они. Как красиво, боже мой. Какая красота. Ну и сосновый бор красивый. И березовая роща, конечно, красивая. Ну тут прям запах сосенками. Мне прям нос сразу дышать начинает. Вот приходишь сюда, какая-нибудь козюлька все равно мешает. Вот. Тяжело дышать. А здесь приходишь, в сосновом бору посидишь. Сосенками подышишь, прям дышится хорошо. Где-то на природе не особо. А вот здесь микробы, видимо, убивает, что ли. Комаров здесь особо нет. Прям шикарно. Шикарно, шикарно. Вот смотрите, вот чьи вот это вот. Кто так мог подрать? Находится так невысоко. Лес так, в принципе, закрыт забором. Ну, не енот же какой-то. Еще пару дней назад я здесь была, дня три назад этого не было. Кто-то уже подрал здесь. Ногтями своими. Собака, что ли, наверное. Набираю я снова кору. Вон. Пока не получается у меня найти... Хочу найти вот такую же вот бордовую, оранжевую, красную кору собрать. Ну, что сложно получается ее найти. В основном какие-то. Вот здесь он вообще он беленькая. Идет дождь, мелкий-мелкий дождичек такой. Ароматы стоят бесподобные, просто бесподобные. Бывает же такое. Уже послезавтра уезжаем. О, там какая-то дорожка есть. Надо туда мне зайти. Песочек вон. А вон там с той стороны я еще не была, кстати, красиво там. Смотрите, какую сосну я нашла. Какой у нее тут пупырышка. И она, смотрите, вся в этих пупырышках. Вся неровная какая-то. Пупырышков у нее много. Дождь еще идет. Может быть интересно.
вся какая, а? Надо же, все стоят, смотрите, ровненькие, да? Все практически, ну все в основном, да? А это вот одна единственная такая особенная, как люди бывают, да? Пупырышку. А, ты грибы искал? Муравейник, смотрите, какой мама нашла. Из шишечек. Где-то тут дырочка посередине. А, тут, тут. И шишечки маленькие они туда принесли. И все туда они в домик себе заносят. И заносят. Вон, что-то тащит. Вот, палочку какую-то. Застрял, застрял. Ай-ай-ай. Никак, еще по нему пробежался второй. Застрял с палочкой. Ни туда, ни сюда. Или закладывает он ее. А, закладывает, наверное. Вон они все бегают. Ходов сколько у них. Шишечки. Шишечки у них тут по бокам. Какой муравейник. Какой муравейник. Вот прям. Сосновый бор. Какая красота, народ, такая красота здесь.
Там вон дождь идет. Дождь прям идет, надо же. А здесь у нас еще нету. Сейчас придет сюда, наверное, тучка. Или выльется. Все нету, надо же, смотри. Еще не дошло до тебя, мам, дождик, да? Перестал? Ну вот видишь, там, главное, рядышком, да, кусочек вылилось. Маленькая, да, прошла? Я думала, сейчас дойдет. Все, там перестал. Чуть-чуть. Какая герань. Классная. Ветки, смотрите, какие. А тут как руки здоровенные держат. Какие вон. Сильные такие, вниз опущенные. Не выдерживают уже. Народ понаехал.